Школа актива студентов СВФУ этого года завершилась. На протяжении 21 дня 87 учащихся с разных факультетов и институтов вуза участвовали в различных мероприятиях. Они прошли специальную образовательную и оздоровительную программы. А основным отличием школы актива этого года стало учреждение 3 собственных грантов. Первое направление – это улучшение бытовых условий в студгородке СВФУ, куда мы вложили 100 тысяч рублей. Второе направление касается добровольчества, туда мы заложили 75 тысяч рублей. И третье направление касается антикоррупционной политики в университете и усилению общественного контроля, туда мы заложили 50 тысяч рублей. И ребята уже подготовились, и сегодня вот в торжественной обстановке мы озвучим имена победителей вот этих проектов.